Всем привет! Хочу поздравить всех с праздником, Днем Защитника Отечества. Всем желаю богатырского здоровья, побед, смелости и долгих-долгих лет жизни всех будущих защитников Отечества. Нынешних, бывших, которые сейчас находятся уже на отдыхе. Всех поздравляю с праздником. Мы вас любим всех, уважаем. Спасибо вам за вашу работу, за ваши будущие дела. Мы всегда надеемся на то, что они будут. Спасибо, что вы делаете сейчас. Спасибо, что вы делали раньше. Ваши подвиги никто никогда не забудет. Спасибо вам. С праздником вас. Что ты тут, блядь, кастрюлями звонишь? Я уже и порезала его. Хозяйка, блядь, ни хера не делала. Сидит она и сидит. Ого, запотела. Чё ты окна не откроешь? Тепло. У меня чё, на форточку нормально было бы. Там уже дыма, она весь городок идти, его мать. Одни мы еще никуда не вышли. Сейчас похмеляются, придут уже. Да сейчас, да. Ромка спит, эти джин пьют. Защитнички хреновы. А Коли нету, что ли? Не приехал? Ну, не, машина-то стоит. А он что, на машине разве ездит? Значит, он дома. Дома я не... В час ночи поотправляла всем, он 3 часа написал. Ой! А он до 3 ночи не спал. Молоко, шпакада. Молоко с какао. Ой, господи, запотела аж. Но, фокус. Сейчас пойду гараж открою. Еще собак даже не кормила. Думаю, уже выйду, покормлю. Зару все равно это. И... Ну, конечно, вчера она выла. Сегодня я уже, конечно, ее это. Все, тут хватит. Рыбу не стало, рыбу у меня осталось еще со вчера пожаренная. Не знаю, хватит, не хватит. Там 5 штук, наверное. А там едоки такие. Ты да я, да мы с тобой. Ага. Женька вообще приезжает, нихера не жрет вечно. Вот уж они там. Чипсы, семечки вчера. Не знаю. Пирожки мы уже ели хоть. О, господи. Мы тут уже один шедевр создали. Сейчас будут бутерброды горячие. Все вместе начинку смешиваем и на противень. Ну, на батон, в смысле. А, ну да. И на противень, и потом ложкой. Да. Что-то я до хрена масло. Да ладно, пусть жарится. Жирнейше будет. Ни квака не будет. Не будет. Вот видите, как она много накладывает. Прям чтоб дорого-богато. Это мини-пиццы. Там мазика немножко. Немножко кетчупа острого кину. Ну так, совсем чуть-чуть. Колбаска 2 видов, да, по-моему, там ветчина и колбаса, помидорка и натертый сыр на терке. Грибы еще. А, грибы ж поджаренные, точно. В начале видео. Там. И все, сейчас духовочку поджарилась, растаяла. Вот я люблю, вот эти хрустящие я люблю.
Лука там нету. Таня не любит лук. Ой, боже. Это духовка нагрелась. Так. Есть. Ля, какая красота. Лаваш не купили, кинули хлеб. Пахнет как. Красиво. Агрокомплекс. Это агрокомплекс маринованный. Готовы уже бедра, да. Куриные. Сейчас я заряжу еще раз. Картошку так хочется доставать. Я говорю, картошку не хочется и доставать, чтобы горячая была. Пока иди. Ну, лук или ничего. А, ну это ж можно поставить. Ну, да. Здесь укропчик. Все. Евгений у нас, как всегда, ничего не хавает. Я ему одну пиццу дам, пусть как... Я говорю, Евгений у нас, как всегда, ничего не хавает. Дам ему одну пиццу, хоть на глазах у меня, чтобы что-то съел, чтобы я успокоилась. Еще не садились. Слава Богу. Мини-пицца. Ну вот, хоть что-то Евгений поел. Хоть что-то. Женя, как на диету захочешь, сюда приезжай. Сейчас есть, иди. Кого? Стаканы есть еще. Вот тут, в этом, в коробочке. Вилок? Не знаю. Блядь, только Кирилл. Блядь, Кирилл, да ладно. Слушай, а вилок-то само по себе у меня нету. Их-то нету и как бы это. Вот это что? У меня дома-то вот эти, что подарочные, 5 штук, там 6 и все. Ты прям говорю, сынок, ты сегодня на высоте. Ничего не сжег, ничего не это. А он сюда не достает. Wi-Fi не достает. Да, он мангала доходишь, Wi-Fi достает. Ты газет сколько дома. Спасибо. Все. Василий Васильевич пришел. Будут вонять руки. Чем? Одеколон. А, салфетки. А полотенце пусть вытирается, ничего страшного. Самый главный. Едет, все пешком идут, как эти за ним. Главнокомандующий. Алина. Еще кто у нас есть? Добрый день, любимое русское радио. Привет, пожалуйста, ребятам. ИП Шинкаренко, город Феодосия. О, Господи. Папа! Папа! Ты думаешь, ему холодно, Зал? И рожа такая. Подбывает тебе, видишь? Когда я пропастью стою. Собака не плачет. Немножко парикмахерская тут у нас. О! Завтра мы пистолет зарядим. Ой, красота. Да, прикольно будет. А когда прикольно?
Завтра. Завтра жидкость придет. Оно обычно где-то к 3-4 приходит на озон. К 3. Купила бабушка, значит, Ромке пистолет. Ну, он автоматически. Сам, или... Он сможет, ну, да. Ну, не так держит, а вот так. Да, ну, не, дуй. Купила... Просто я купила жидкость, вон стоит. Но я не знала, что они разные. А они, мы тоже не знали. Она мы ее залили, а она не дует. Она по роду. А оно, оказывается, для ручных пузырей вот это, ну, для щеточки. Mm. А есть специально для пузырей генератора, для пистолетов. Она синяя. А где Рома? Мы заказали синюю. Это густая. Бля, сколько пузырей. Да, кто как, я спать. Потом тоже через раз скажу много, а потом раз бывает мало. А ты, Грушка, кому купили для Ромки или себе, да? А Кирилл постоянно дома в его и купили. Ладно, всех с праздником. Кстати, всем пока. Что еще сказать, если музыку никак не выключают.